автор доноса на политзаключенного Лыбканя, погиб в московском метро при странных обстоятельствах. Знакомые с ним оппозиционные активисты считали его информатором спецслужб. В декабре на наземной платформе «Фили» в Москве погиб 21-летний юноша. Его тело зажало между платформой и поездом. Инцидент произошел в около 6 часов утра. Погибший оказался москвичом Михаилом Суслиным, выяснили СМИ, пообщавшись с его знакомыми. Осенью 2022 года Суслин написал донос в СК на 18-летнего антивоенного активиста Максима Лыбканя, ныне политзаключенного. Суслин просил привлечь его за дискредитацию армии и оскорбление представителей власти. Суслин написал на меня заявление в СК. Буду отвечать в суде, если это будет нужно, но таких подонков и мерзавцев-стукачей, как Суслин, нужно знать в лицо, это позор России, рассказал Лыбкань.